Запустить самолет, собрать ракету, отправить в плавание корабль – все это было предложено детям, которых родители впервые привели на станцию юных техников. А здесь занимаются 700 школьников. У их педагогов появилось желание пригласить в кружки детей с ограниченными возможностями здоровья. Первое знакомство началось с семейного фестиваля «Лучики надежды». Мы тесно общаемся с центром «Инклюзия Сочи», и возникла идея провести для этих детей праздник. Дети достаточно замкнуты, чаще всего они сидят дома, не посещают даже образовательные учреждения, многие из них. И хотелось внести капельку солнышка в их жизнь, устроить для них вот такое мероприятие. Все направления, которые реализуются на станции юных техников, показали детям и пригласили на занятия. Родители заинтересовались. В Сочи это единственное учреждение дополнительного образования, где можно заниматься авиамоделированием, судомоделированием, ракетостроением, робототехникой, радиосвязью, 3D-моделированием и программированием.